нашел вот такую вот такую хорошую березку, опять залезу вот туда под самый ветку верхний. У меня будет не видно весь выруб, смотрите, передо мной. Женя вот туда сядет, на край выруба, на елку. И весь выруб будет перед нами. И завтра с утра будет отлично, все видно. Будем вабить. Вот там вот много было следов лося. Ну, в общем, надеюсь, все будет нормально. Хорошая березка. Вот тут по краю подняться и красный на выруб будет смотреть. Полезли? До самого верха три стенда, крутая штука. Евгений Иванович сказал, что сможет делать их на заказ. Кому нужны три стенда, друзья, обращайтесь. Стоят заводские в районе 8000. Евгений Иванович здесь вам намного дешевле, поэтому звоните мне, не звоните, пишите ВКонтакте, я перейду вас на Евгения Ивановича. Он уже такие три стенды наловчился делать и без проблем будет шлепать вам, если вам нужны. Евгений Иванович может делать все. Может делать, как я показывал, как мы избу строили для бензопил. Установки, чтобы для распуска досок, для торцевания, все это умеет делать. Вот три стенда теперь научился делать. Очень классные, очень крутые. Молодец. Завтра с утра не было. Под дождем-то. Не хотелось бы сидеть. Лося караулит, да и он не будет сидеть под дождем. Сумасшедший, что ли? Под дождем. Ты меня слишком видишь? Да, надо рубить все. Охренеешь. Ну ты вон, до тех надо вот эти срубать, Жень. Да, метра. Блин, да. Блин. Может найти что-нибудь другое? А да что? Нет, нормально. Здесь четко она. Может берет. Ну, в принципе, она хорошо проглядываться будет, вообще весь проход.
Вообще круто на краю будет. Ну, рубить надо много. Да, в принципе. Ради лося не сделаешь. Не говори. Поехали. Ну-ка, что это вам скажет? О, другое дело. Удобно, да? Не говори. Перекручивать. Красота. Знаешь, блин, лучше в 1000 раз. Хорошо все видно, Жень, да? Вообще, четко? Я вижу вон до того леса. Весь выруб просматриваешь, да? Да. Ну все, четко. Как раз. Женя будет, да, короче, здесь, я там. Я там сижу. А? Давай, давай. Все. Весь выруб видно. Вот очень много лося, лежек было, мы ходили. И чуть дальше мы толканули 300 метров лосей в лесу. В общем, я вот там буду сидеть на березе, на выруб, туда смотреть. А Женя отсюда проглядывать будет весь выруб. Все, красота, удобно, да, Жень, все видно хорошо? Да, ну, все, четко. Давай, сколько спускайся. Метров, Серега? Да куда? До меня. Высота, ну, метр, раз, два, 5? Метр четыре. Я пробую слазить, да. Удобно, да? Да в кроссовках, если честно, вообще удобно. Не, то, что я сделал этот, отодвинул. Ага. А, видишь, сразу, раз. Ага. Вот. А я ничего не отодвигал, а в кроссовках у меня милое дело, и вверх, и вниз забрался без проблем вообще. Может, конечно, уже придрочился? Нет, просто я отодвинул, я сейчас ее регулирую спокойно. Ага. Вон, видишь? Ну-ну. Ага. Конечно, может, в сапогах по-другому будет. Ну, я тебе говорю, ничего не делал, в кроссовках я вверх и вниз поднялся, вообще не напрягаюсь. О, крушим деревья, ребят. А это мы ломали? Я туда еду? Туда. О, зарос, вообще все заросло. Так, левее. Левее? Левее. Че левее? Да потому что ты по колее едешь. Объезжать надо вот это дерево. Значит, правее. Просто по колее едешь. Приехали мы на место, уже потемнело, начал моросить дождь, лишь бы завтра с утра не было дождя, потому что под дождем, конечно, никакого гона не будет. Не хотелось бы утрянку пропускать. Вот. Сейчас готовим гречку с тушеночкой. 7 вечера, до 9-10 мы еще, часов 10, наверное, спать будем ложиться, потому что 2 часа вставать опять ночью, чтобы заходить. В общем, будем отдыхать. Наш таежный быт. В палатке, конечно, ребят, круто, вообще здорово. Как родной дом приходишь, даже заходишь сюда, комнатка такая у нас здесь. Печечка, раскладушки. Кайфуем. Палатка фирмы Пингвин, ребят, у меня уже 3-й год она. Все у меня не один раз ее видели. Выручает она. Палатка-выручалка я называю. Первый раз ко мне с ней поехали, сейчас видео вверху прикреплю, посмотрите. С Женей очень много просмотров у этого видео, мы еще с собаками нашими молодыми поехали тогда. И первый раз мы в этой палатке ночевали зимой. Вообще, конечно, обалдели мы, да, очень круто, очень удобно. Печка греет очень хорошо, палатка Пингвин, а печка Пошехонка. Евгений Иванович открывает тушенку, как думаете, чем? Жень, покажи, чем ты открываешь. Ножкой. Нож жалко. Говорит, нож жалко. Он тушенку открыл просто ложкой. Вот человек, а. Мы, а... Сколько мышц, сколько силы. Ложка-то нержавейка. Просто смотрите, открыл тушенку ложкой.
Не надо ножиком, не надо ничего выдумывать. Просто ложкой открыл тушняк. Таежная кухня, друзья. Доброе утро. Сегодня льет дождь, всю ночь лил, и утром не прекращается. Нет смысла идти было лезть на наши три стенда. Будильник сработал 2 часа ночи, но дождь лил, я поэтому легли мы дальше спать. Сейчас время 5 утра, дождь опять льет без остановки. Придется нам сидеть в палатке, делать нечего. Нет никакого смысла мокнуть на три стендах, потому что лось не будет ходить. Он тоже дождь не очень любит. Поэтому будем мы сидеть здесь. Иван еще спит. Решил подремать, выспаться. Ну правильно, мы столько дней, 2 часа там вставали, что нужно выспаться хорошо, может быть даже что дождь. Поэтому сегодня мы будем отдыхать. Друзья, мы приехали уже в избушку. Привезли водички, готовим кушать. И стала погода распогаживаться. Как сказать, да? Распогаживаться. Наверное, так. Солнышко стало выходить. Красота. Да, была бы собачка, можно было походить даже. По лесу собачкой, да? По дичи. Ну, мы приехали на лося, поэтому... Да, шуметь мы будем. Поэтому шуметь мы не будем по дичи, да. Будем ждать завтрашнего утра. Ну а сегодня сейчас будем готовить кушать, поиграем в покерок, выспимся, чтобы с утра спать не хотеть, да? Уже все болит. Уже выспались, да, Жень? Сейчас в покер устанем играть. Все равно заснем. Еще уснем. Да, еще поспим, да. Быстренько подкинули дров, все, уже жара в избе. Секунда, жарище. Не, она, я ее прикрыл, она тихонько тлеет. Печь, конечно, хорошая, сколько она нас выручает. Здорово, все отлично. Такая вкуснятина у нас получилась сегодня на обед. Тушенка, ветчину покрошили, помидорчики, пару яичек разбили, ну и макароны. Соляночка. Да, такую. Почти мясная. Там медведя снимаешь? Не знаю, кто выйдет. А он где это? Дым идет, да, прикольно. Доброе утро, друзья. Сегодня пятница. Предпоследний день. Завтра уже у нас будет последнее утро. Утрянка. Поедем домой. Опять ночью шел дождь. Сейчас под утро. Женя выходил, даже какой-то мелкий снег, говорит. Не знаю. Посмотрим, может быть, снег пошел. У нас все может быть. В севере. В общем, время 2 часа ночи. Ну, уже 3 час. Встали мы 2. Уже оделись. Наверное, где-то 2:30. Сейчас перекусим. Жарим. Картошку подогреваем, вчера вечером ели яишенку туда, разбили пару яиц, чтобы сейчас позавтракать. Сытым все-таки веселее сидеть на дереве. Так что будем кушать и пойдем на наши три стенды. Оденем плащи, будем сидеть. Ну вот нам опять пригодились наши канистры. Слушай, Серега, я не до конца, но поправь меня. Такой вот еще себе лейку заказал, прям присоединяется и вообще можно не проливать, заправлять. Кстати, ссылка в описании, ребят, оставлю. И там пробил я вам промокод на скидочку по этим канистрам. Так что зайдите, все напишу в описании. Сколько скидка, промокод. Покупайте. Очень классно, удобно. Вот у меня две десятки таких, а это 2 20-ки. Десятки на снегоходе беру, когда езжу. Ну, когда едем на дальняк, то и 20-ки с собой забирает тоже. Очень удобно кладутся,
санях видели вы, наверное, зимой, я когда на снегоходе ездил, вообще классно. Обалденный конец. Я уже и говорил, то рассказывал, видите, насечки. Их можно прям под колеса подкладывать, если где-то застрял, и по ним прям выезжать. Вот, даже сделан ручка, видите, как заезд колесо. Легче было. Испытанные все канистры, крепкие очень, вообще классные. В магазинах видел такие же типа у нас, вот, которые продаются, но не то. Качество другое, вообще материала самого. А это видно, что очень качественно. Сохнем в избушке, в палатке Сергея Ивановича. Дождь льет, не переставая. Вот всю утрянку лил. Все вымокли там, мы сидели. Еще ветер такой сильный был, вообще очень холодно. Я замерз весь, сейчас сохнем. Сергей Иванович все-таки обратно ехали, когда уже Слобазов увидели, косачи сидят на дереве. Ну, они атаковали на дороге, поднялись, короче, сели. Деревья, Женя пошел. Я уже за ним пошел, так снял, что он туда, ну, за косачами пошел. Взял он нового косачика, сумел подойти. Сейчас мы варим его. Делаем чугунчик вот такой вот. Вкуснотища у нас будет. Щипал я его чисто перья, чтобы оставил шкурку для навара. Сегодня у нас будет не тушенка, а деревянный шулемчик. Картошки, правда, нету, картошки мы уже все съели. Вчера жареную косыль доел. Ничего, кинем гречечки, лучка. Нормально будет, без картошечек поедем. Ну, сегодня целый день опять здесь. Будем тусоваться. Ну что, у нас с Евгением Ивановичем вот такой вот замечательный стол. Шулемчик с гречкой, с луком сварили. И салатик. Сейчас мы будем кушать, обедать. У нас обед, время 9 часов утра, у нас обед. Ну, 9:30 где-то сейчас, да. Все, лопаем. Приятного аппетита, Евгений Иванович. Друзья, ну что, вот и закончен крайний день нашей этой охоты. Не повезло, но на то она и охота. Не все дается сразу. Поедем, я думаю, мы еще раз. Как еще раз, конечно, сентябрь месяц, охота на кону только сентябрь. Будем дожидаться сейчас сухих морозных денечков и на выруба. Чисто вот так вот из дома выезжать на утрянку. Уже так долго не ездить не будем, на 6 дней. Ненадолго. Выехали вечером, выставились, подготовили все, 3 стенды. Утром залезли, даже с ночи, и на утрянку посидели, и домой. Ну, друзья, до новых встреч на канале Таежные приключения. Я думаю, буду заканчивать уже съемку. Сейчас будем собираться с Женей и поедем домой. Там, в принципе, ничего такого интересного не будет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я думаю, что впереди все-таки нас ждет удача. Всем до новых встреч.